Я все-таки из Советского Союза. И моя жизнь, она все была ориентирована на Советский Союз. И если бы у нас в Советском Союзе был бы Андропов, который был бы не один год, а лет 10, сейчас бы еще и Китай бамбук бы покуривал так в стороночке. Потому что именно Андропов дал возможность заниматься чем? Профсоюзы. Это были кооперативы. Пожалуйста. Делайте, занимайтесь и работайте. Не сидите просто так, вала не пинайте. Это вам говорил Андропов. Хороший был человек. Сегодня и сейчас мы сталкиваемся с тем, что люди, к сожалению, кормят тех, кто занимается и сидит в аренде. Нет, здесь, конечно, аренда тоже есть, потому что вряд ли они ее купили. Но тем не менее, мы здесь арендных денег, таких бешеных, не платим. Потому что сюда приезжают люди, во-первых, потому что это очень красиво, во-вторых, это рядышком. В других еще местах мы говорим о том, что ценники-то абсолютно нормальные. Все рано или поздно взломается. Но когда мы говорим о качестве, лучшее качество – это все-таки электросила. Не частый гость или частый гость здесь? Не частый. Но почему вам все-таки электросила нравится? Компактно и широкий выбор. То есть вы вот сейчас тоже потихонечку, неторопливо объясняли с человечком и получили качественный результат? Естественно. Иначе я не ходил бы. Сейчас выбор широкий. Поэтому выбор широкий, да. То есть можно говорить... Идешь туда, куда нравится. Вот я про то и говорю. А еще ценники нормальные. Ну, надеюсь, я же не бегаю по этим магазинам. Я понимаю, да. Но есть люди, которые бегают по магазинам и все равно говорят, что электросили вкуснее. Ну, есть такая примета, куда народ ходит, туда надо идти. Да. А раз сюда ходит, значит, сюда и надо идти. Да, если народ есть, я очень в очереди постою. Все, спасибо большое. Но вы зашли сегодня за тем, что вам нужно, да, ведь? Все верно. А вообще, давайте определимся, вы заходите куда чаще? Где ценники нормальные? По пути удобное расположение. Удобнее, да. Вроде что-то сделаешь. Удобно, да? Да. Все понятно, все доступно. Удобно выезжать. Персонал нормальный. Все устраивает. По дороге попалось. По дороге попалось. Но ценники здесь нравятся? Давно не были. Давно не были. Но в принципе нормально все. Устраивает. Устраивает. Выбор устраивает. Выбор. Самое главное. Что можно найти все, что нужно. Все, спасибо вам огромное. А мы вместе с вами вам помогли, правильно? Да, спасибо. Просто ради интереса. Почему вам понравилась электросила? Да, мимо проезжал. Мимо проезжали, да? Но все равно знаете, что приятно, да, когда здесь есть практически все, что вам нужно. Да, вполне. Есть тема весьма интересная, да? Да, конечно. Потому что все рано или поздно ломается, а других уже берем вариантов не случается, да? Пришли, да, спокойненько конечно. Купили. И не задорого. Да, согласен. Вот вопрос. Чем электросила нравится? Ассортимент, качество. Ассортимент и качество, да? То есть, в принципе, можно говорить о том, что бежать-то никуда не надо, можно все здесь брать. По сути, да. И ценники, в принципе, я лично говорю, что это одни из самых дешевых проектов в сибирском регионе. Да, есть такое. Да, так и есть. То есть она такая большая, красивая, нужная. Ну, главное, нужно. Нужно, это и есть здесь. Тут есть все, что нам нужно. Спасибо большое. Вот мне скажите, вам электросил нравится? Всегда сюда хожу. Нравится. А почему нравится? Как бы хорошо обслуживает, и что нужно, нужный товар, да, все есть, нужный товар здесь присутствует, который мне нужен. Почему вам электросила нравится? С этим магазином сотрудничаю очень долго. Все электроприборы, все там розетки, провода, все это покупала для того, чтобы сделать ремонт в квартире. Потом сделали ремонт в квартире у сына. Ну и сейчас уже дошел момент до бани. До бани. Вот, до все бани. В одном месте? Ну как бы нет. Нет, все в разных местах. Нет, но электричество только здесь? Электричеством затариваюсь только здесь. Все только здесь, да. Да. То есть можно говорить, приходите, да, наверное? Да, приходите. Магазин очень хороший, очень большой, огромный ассортимент. Выбор всегда есть. Если вы в чем-то затрудняетесь, вам обязательно помогут продавцы. Вот, подскажут, дадут очень хорошую развернутую консультацию. Вот. Ну, мне нравится только это. Спасибо. Этот магазин. Да. Всего доброго. Что это за безобразие? Что это за безобразие такое? Мы только-только выходим, а человеки-то идут сюда? Человеки идут в электросилу почему? Человеки идут в электросилу, потому что это всем необходимо.
Ведь надо делать так, чтобы процедура работы с вещью, которая рано или поздно заканчивается, все рано или поздно заканчивается. Электричество также рано или поздно заканчивается, чтобы оно приносило вам больше удовольствия. Как оно это умеет делать, это делается хорошо и красиво. Главное, что это никогда не будет никого напрягать. Не будет напрягать ни ваш семейный бюджет, ничего оно не будет напрягать в природе своей. Потому что я верю в Бога, естественно. И вы думаете, что есть вещи не обязательно православные. Господь Бог один, пути разные. Но смысл весь всегда главный и грамотный. Если вы работаете для человека, то наверняка уже потом, после суда, который будет, естественно, у всех, вы немножко в другое место попадете. И куда попадет компания под названием «Электросила», я точно знаю.